Очень рад. Вы работаете? Нет, отдыхать. Отдыхать? Очень хорошо. Найдем работу. Один докладик здесь, два доклада там. Машина туда, машина сюда. Я сейчас для вас такси. Ведь я вас по бороде только и узнал. Вы так говорите, потому что вы не мать. И вы тоже не мать. Нет, я мать. Вот как? Раз у нее нет матери, я не только отец. Но нельзя же так волноваться. Стоит вашей Танюше хоть чуточку заболеть, молчите. Сейчас же вы начинаете лезть на стенку. Во-первых, Танюша здорова. А во-вторых, ни на какие стенки я не лезу и лезть не собираюсь. Молчите. И вообще прекратим этот разговор. Мы его к лягушкам приучаем. Кругом веселится молодежь, а вы сгораете от беспокойства, упрямый старик. По-вашему гоготать значит веселиться. Оставьте чемодан, я довезу его. Нет, уже его сам донесу. Ему на автобусе трястись вредно. Это он. Кто? Новый отдыхающий, который запоздал на 6 дней. Куда вы? Танюше. Просто жарко. Я песню о радости нашей пою, и девушки самые лучшие в мире подхватят ту песню мою. И девушки самые лучшие в мире подхватят ту песню мою. О дальних дорогах, о синем просторе, о том, как прекрасны пути впереди. Пусть плещется песня, как черное море, и радость бушует в груди. Пусть плещется песня, как черное море, и радость бушует в груди.
мужское груди. И вот, Танюша, вокруг протона вращаются страшной быстротой электроны. Это было так здорово, что когда докладчик кончил, я ему и говорю: я люблю вас, Танюша. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как пройти к дому отдыха номер 17? Спасите! Я тебе покажу! Помогите! Тонет! Тонет! Держите! Осторожно, не уроните! Юшка! Это ты? Я! А борода где? Бороду не оставил. Зачем? Без бороды плавать легче. Молчим и не знакомы. Брысни-то, что случилось? Потом все объясню. Скажите, товарищ, как пройти к дому отдыха номер 17? Это мы. Это мы, это наш дом отдыха. А вам кого там нужно? Откровенно говоря, все. Так вы, значит, новый отдыхающий. Совершенно верно. Здравствуйте. 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 А вы с утопленником не знакомы? Да-да. Приблизительно. Миша. Лебедев. Иван Иванович. Лавров. Куда же не пройти, товарищ? Идемте, я вас провожу. Спасибо. Что это вы читаете? А почему это вас так интересует? Не удивляет, почему это вас интересует. Ничего удивительного. Я метеоролог. А вы? А я забыл свой чемоданчик. Спасибо. Часы самых разнообразных фирм. Странно. Очень странно. Здравствуйте, Кирилл Григорьевич.
Доброе утро. Добрым утром, Ефим Григорьевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Ефим Григорьевич. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здрасте. Ах ты, чертяк! Что там? С ума сошла? А ну-ка, позвольте вам выйти вон. Ступай! Тихо! Тихо! Что, не видишь? Спят все. Ступай! Ух ты! Тихо! Я тебе на вторые блюда порежу, гадюка вы. Ступай! Тихо! Сейчас будет оскорбление действием. От тебя. От тебя. Животное какое-то, а не человек. Миша! Извиняюсь. Лавров Михаил Сергеевич. А, у Лебедев Иван Иванович. Ты утопленник. Ты где же пропадаешь? Слушай, скажи, пожалуйста, что ты мне во вчерашней записке написал? Я что-то ничего не понял. Иди сюда. Иди сюда. Так. Так. Ну, а ты? Так. Да. Ну, она-то, как, а? Ну, а ты? Да, ну, а документы ведь в путевках указаны. А вот путевка-то как раз ничего не указана. Ну, как же я сам видел? Ну, а что ж, по-твоему, я не видел. Ну, что ж ты мне говоришь, там черным по белому написано. А я тебе говорю, что не написано. А я говорю, написано. А я тебе говорю, что не написано. Ну, пожалуйста, пойдем посмотрим. Кричи уже, вот я не знаю, кто из вас кричит. Пожалуйста, пойдем посмотрим. Пожалуйста, посмотрим, в чем. Я очень интересный. Я очень интересный. Я очень непонятный. Загадочный субъект. Я очень непонятный, загадочный субъект. Кило телятины плюс 4 бараньи тушки, деленные на 80 отдыхающих. Это будет 400 шницелей. Пишу 400. Печенки, умноженные на... У вас в саду корова. На корову. Корова? Да. Корова! Ну, конечно, я был прав. Профессия путевки не указана. Не указана? Правильно, а я что говорил? Посвящается Т. Потерял я сон, прекратил питание, очень я влюблен. Yeah.
грустное создание. Нет милей и краше этого создания. Нет многограннее милой Танина. Пятого я весил 65 кило 700, а шестого на 50 килограмм меньше. Что? Килограмм. А потом снова прибавил в весе 9 числа на 50 грамм. И вы знаете почему? Ну? Потому что 8-го вы мне так хорошо улыбнулись. Где? За обед. Первый раз, когда я вас только что увидел, прочих девушек тотчас я вас ненавидел. Мною было жжение у себя в груди замечено, и с тех пор у Жени сердце искалечено. Чи-чи! Чено! Опять вы здесь, безумный человек! Что надо вам? Извините. Сейчас. Уйдите! Я тренирую дыхание. А, извините. Товарищ певец, вы понимаете, я вы мне всех так перебудете здесь. Все уже встали. Что? До звонка? Звонку уже... полагалось быть... Ну? Тому назад... Но... 20 минут... Почему звонка не слышу я? Смеешься? Почему не звонишь? До чего дошло? Люди сами повставали. Это может часы! Быть... Часы! Большие часы пропали. Смеешься? Девяносто лет тут работаю, ничего подобного не случалось. Я очень непонятный. Спокойно! Не-не-не-не-не! Спокойно, без паники! Тихо! О, дайте воды. Не надо. Звони! А мне что? Пошел вон. Хорошо. Скажи, пожалуйста, где все? В эти часы я молчу. У меня телеграмма тут срочная. Лебедеву. Кому? Лебедеву. Я передам. Понимаешь? Отдай мне
Иди сюда, скажи, товарищ. Мишка, смотри, какой цветок. Ага. Достанешь, а? Есть достать. Девушки сокурили. Что ты, Миша? Понимаете, ужасно я высоты боюсь. Чего? Высоты. Это высота? Да ты видел когда-нибудь настоящую высоту? Нет, не видал. Ты понимаешь? Вот если ты летишь на высоте 1000 метров, и перед тобой голубой простор, и ветер бьет тебе в лицо, а внизу поля, реки, как ленточки, а люди... Как букашки. Не больше. Да тебе все равно этого не понять. Пойдем. Да и вообще, кто ты такой? И почему ты скрываешь свою специальность? Ну вот я летчик, а ты? А я переплетчик. Кто-то переплетчик. Лягушек боишься? И вообще это мне не нравится. Да-да. Ну скажите серьезно, кто вы такой? Я чудный человек, Танюш. Это я знаю. Ну, а по профессии? Вот всем соврал, любому соврал. И вам. Это вам скажу. Да что это вы читаете? Вы спрашиваете меня об этом второй раз. Разве? Ах, да-да-да-да. И вообще эта книга не для вас. Я читаю книжку о серьезных, настоящих людях. А что, этот человек тоже настоящий? А вы знаете, если бы я встретила его здесь, то, наверное, влюбилась бы в него сразу. Жаль. Что? Я говорю, жаль, что у меня нет такой же бороды. Ключ! А, кухня. С, сарай. Б, контор. Ну кто же вор? Он кто? Вор. Кто? Он лип. У него ключ от часов. Да ключ это не факт. Нет, да. А где часы? Да я видел. Я! Давай документы! Пока
Какие же документы у голого человека? Посылка ценная. 1000 рублей. Как же я без паспорта отдал? Ну не отдавай, завтра зайду. Как же ее мы на ночь в конторе оставим? Мы с заедущим люди очень нервные. Ну ладно, я скажу, от кого и откуда. Тогда отдашь? Тогда отдам. Ну, посылка из Москвы. Верно. От Карманова. Верно, иди распиши. Ну иди. Соловьиный окорока. А это дело тайное. Тише! Отсылки часы. Импортные, да? Краденые. Захвати с собой, пожалуйста. Хорошо. Захвати, пожалуйста, и газеты. Тебе по пути. Ладно, положи. Дай-ка свеженькую. Ну, спасибо. Полундра. Что там? Лебедев! Ладно! Иду! Миша, ликвидируй. Ладно. Вырвано нечто. Очевидно. То есть это гнусное издевательство. А, знаю. Я не сержусь. Мишка, ты на рояле играешь? Ты не перелетчик. Интересно, что я такую девушку, как вы, всю жизнь искал. И разговор мне ваш нравится, и то, что вы думаете, и то, что у вас в глазах черные точки. В одном 2, а в другом 3. И то, что вы... Скажи.
Вода. Иван Иванович, в теннис играть будете? Да, буду. Что это с вами? А это так, что-то в глаз попало. А что это за странный шум? Откуда это? Это стучит мое сердце, Танюш. Бросьте. Это газета сегодняшняя? Нет, это завтрашняя, то есть вчерашняя. Вы не читаете ее, там. Почему? Плохо пишут о вас. Обо мне? Да, ужасные вещи. Говорят, что метеорология — это не наука. Мне знаком этот разговор. Еще старик Ган говорил, что... Ты опять стучит мое сердце. Да встаньте вы со своим стуком. Еще старик Ган применил законы механики к движению воздуха. Да-да. Не улыбайтесь. И синоптическая метеорология, что бы вы ни говорили, и как бы вы ни улыбались, наука. Я... Наружность одно, а сознательность совсем другое. И я говорил про науку. И мне Танюша говорила: здравствуйте. Но получилось это как прощайте. Умоляю, клей. Умоляешь, клеишь? Кого, чего? Смеешься? Газет, я нашел. Он там. Смотрите. Понятный, загадочный субъект. Совершенно ясно. Он вор. Я люблю Лебедева. Я тебе первому прибежала сказать. Папа, Танюша, не буди отца. Он сегодня всю ночь почти не спал. Ах, он спит. Ну, хорошо. Я потом. Я не сплю, Анна Ивановна. Но лучше, если бы я спал. Раз лучше бы. Молчите, я знаю, что вы мне скажете. Кто мне нужен для Тани? Для Тани мне нужен человек, понимающий, что мы живем радостное и ответственное время. Человек, который может мобилизоваться в один момент. Человек, который видит в женщине товарища по работе. А не шумный и легкомысленный субъект, как ваш Лебедев. Я в каком-то смысле терпелив, как тот осел. Но когда этот человек, пользуясь наукой, поступает с вами как нахал,
Я делаюсь хуже зверя. Следуйте за мной. Знаете, Тани Мура в розыске прав. Почтите это. Кстати, вы... Тами Мура. Мура? Куда? Где Мура? Мура! Московского уголовного розыска! Тами Мура установлено, что карманные часы в комиссионзине, понятно? Двумя старыми рецидивистами. Тами. Тами! Собака, приведенная в магазин, привела на вокзал. Видимо, Брест на юг. К нам сюда. Все-таки Мура. Но розыски прост. Танюша, где твои часы? Их взял Лебедев. На два дня. Я ничего не понимаю. Да не может этого быть. Девушки часто в плену. Девушки самые лучшие в мире. И будоражат весну. Стойте! Кушайте. Нет, я склею. Что вы склеили? Я нашел газету, которую вы разорвали, я составил. Нет, это вы мне бросите. Холмс, вы сущий дьявол. Вы видите человека насквозь. Ну вот, Танюша, вы теперь знаете, кто я. Ну-ну, не смотреть так сердит. Все, что там написано, совершеннейшая правда. Как? Чего я не сержусь на вас? Нет. У меня сегодня замечательный день. Дорогие леди и джентльмены, я вам все объясню, но с условием, только через 3 дня. Уж раз я попался в таком необычайном преступлении, то надо каяться с блеском. Какой отъявленный негодяй! Такой веселый, милый, как смеялся, как смотрел в глаза, как нас море свежестью молило. Это даже трудно рассказать. Не звала его я, не искала. Набежал, как на берег прибор. Мне казалось, расступили скалы, когда позвал меня с собой. Когда
задача. Сплошной ребус. Если вор, то почему не похож? И если не похож, то почему рвет газеты? И если рвет газеты... Молния! По... Молния! Ну? Ну? Что ну? Я ничего. Как ничего? У меня молния в руках, а в доме пусто. Смеешься? Кому молния? Лебедеву. Так сюда. Дай-ка сюда. А, черт. Вскрыть или не вскрыть, вот в чем вопрос. Вскрыть? Вскрыть. Что же делать? Моторку в Ялту услал, лошади в разгоне. Что же делать? Горами пойдем. Смотрите и слушайте представление, полное тайного значения. Разбойник знаменитый, морской разбойник Джон, красавицей сердитой был в сердце поражен. Был в сердце поражен. Соперник был у Джона, великий человек, трубой вооруженный, морской ученый Джек. Морской ученый Джек. О чудеса науки, смотрите, схвачен Джон, связав злодею руки, ученый сел на трон, ученый сел на трон. Ученый сел на трон. Что вы думаете? Вы думаете, крылышки мне привязали, я буду молчать, как тот осел? А какой осел? Какой осел? Ну, тот осел не в этом дело. Вы мне бросьте тут баллады устраивать. Товарищи, совершенно официально, не верьте ему. Он не он. Нет. Нет, то есть он. Но не тот он, про которого вы думаете, что он. Прекратить этот балаган! Раздевайтесь все! Официально требую! Сейчас я буду говорить! Кто там камнями бросается? Получайте телеграмму. Берегом прохода нет. Наверх выхода нет. Думайте! Ты назначен начальником экстренно выходящей экспедиции ледокола «Аскольд». Идем к твоему проекту.
теряя ни секунды, что это значит? Это значит, что я начальник экспедиции. Я скрывал от вас свою профессию, потому что хотел просто отдохнуть. Я мобилизовал вас сюда для шутки, но отдых кончен. Мобилизую вас всерьез. Товарищи, мне надо ехать. Так что же мы стоим? Ведь рейсовый самолет вылетает ровно в 6. Надо торопиться. Бери меня в команду, начальник. Есть в команду.